справляется с первым штрафным Егор. Будет еще и... С первым штрафным Егор. Будет еще и вторая попытка. И вторая в цель, 2-2. Да, дали технический фол. И Гришин не забил. Ну, я вчера так же мазал. Поэтому. Передача на Акулова, но Егор флоутером попасть не смог. Яшин! Что творит? Скажем так, в принципе, мяч-то кольца коснулся. Но это, этого мало, чтобы очки набирать. Хороший. Гришин один в один продавливает. Флоутер не попадает. И еще одно очко для своей команды добыть. Канзас. А кто проиграл-то? Надо. Хотя нет, вот... Андрей Тупицын просит Гаев Алексей. Не забивает. Гришин несется и забивает. Вот так распределились очки в составе команды Флорида. Акулов тяжелый флоутер не забивает. Нужно разнообразие какое-то. Егор, Егор Акулов на подборе. Ну да, сейчас на самом деле очень важная игра и для одной, и для другой команды, и не до красоты. Это, извините, плей-офф, нерегулярка. Тут нужны очки попадания. Что за комбинация? Я, конечно, не могу сказать о защите Канзаса, которую прошивают, вскрывают. Выигрывать начал Егор Акулов. Егор Акулов. Белый 11 мимо, белый 33 по борту, очка. Гашкин, перевод на Яшина. Яшин! Для команды с синим. Ну, напомню, что это синий 3 по 33. Надо это снять. 100 плюс очков, плюс 16-31. Но отыграть 15 очков отставания. И здесь пачка. Такую же защиту Лейкерс, потому что очень она хорошая. Синий 74, 2 очка, 23. На самом деле не видел я эпизод. Я могу тренировать. Команда Гришина поработала, а сам он стоял, отдыхал. 4 имеет возможность первое, что здесь набрать. Математикой у меня проблемы есть, но посчитать я смогу. 34-50! 3 очка! А что? И интересненько, интересненько. То есть, смотрите, всю первую половину Флорида чувствовали себя великолепно. У них, ну, не то что проблемки, но 10 очков это отыгрываемое отставание. И начали попадать. Канзас! Разбросались очков. Во второй 16. Ну, в этой уже 5. То есть начались проблемы. Егор Акулов. Хорошо, что не потеряли мяч. Женя сам обыгрывать не стал. На Тарасенко. Тарасенко! Акулов попадает в первый трехочков. Ой, первый штрафной. Прошу прощения. Давайте.
дивизиона. Мне просто интересно, кого выходит. Очень хороший снайпер. Никита Разин умеет попадать. Поэтому, конечно, нужно просто пошире. Но из-под кольца умеет Кашкин. Набирает он легкие 2 очка. И заканчивая свою атаку таким полукрюком. И молодой парень, ну с виду молодой, под 11 номером, Сергеев Андрей мог сейчас отличиться. И красивые цифры для Флориды. Разбрасывают просто диагональ за диагональ. 3 очка. Дагаев, Алексей, 3 с перехода. Кущенко! Правильно! Играй, Кущ, играй! Именно эти такие отцовские наставления от Андрея Тупицына приводят к двухочковому попаданию. 33 очка они пропускают вот как раз таки в этой второй половине. Никита Кущ пересчет ему номеру, Тарасенко, Кузин продолжает перестрелку, но не точно. Гришин легкий по правую руку, Кущенко заигрался, да, было видно. Близок он к потере, Тарасенко, Гришина нет. Последняя минута. Хорошо!